своим костюмом. Ты это наша поляна? Видимо, хоть сменил. Пока не сменил. Не. Не признаешься. Я не меня. Я бы этот Манчестер бы нам. Наверное, Илья сменил. Молчит. Там, кстати, темненькое поле у них. Манчестер. Ну давай Манчестер поставим. Манчестер и Юнайтед, да. А ты что же можешь поставить, да, Узахон? А у меня, кстати, это погода не меняется. У меня меняется все. А. Какую-то кнопку там жмешь, что ли, или что? Где? Погода? Да. Нет, в программе настраиваешь. Там. Я не могу погоду. Для каждого стадиона можно свою погоду настроить. Ну, я не знаю, какая-то. А. У меня программа. У меня скидывал. Из Old Guard. А. И Андрей, который народ стоит. Я вообще без программы. Я просто захожу и меняю. Это как? Ну, в смысле, у меня тоже, я захожу, меняю. Карпу. А что с вратарем? Аня, ты увидел, что он ушел? Да. Молодец. Что нет. Наверное, она залагала, как у меня Origin тогда. Да вряд ли он на месте будет стоять, скорее всего, или он будет двигаться в таком ситуации. Знаешь, залагала. Ну, залагала, а это. Переведу, откройся на дальний. Да, ну купюру не дал. Да, надо был пасик. А я думал, мало там кипят, опять-то понятно. Халявный гол получился. Прижак. Ну если он так тупанул, то я думаю, он пропустил бы и так, и так. Там вроде Амрупин это стоит, да? Ну да. Он центральный защитник. Плохо должен, я знаю. Ааа. А, это Вейден Коу. Кстати, много из этого такого. Занимался? Занимался, да. Ром Рупен, Вейден, кроме не поврал. А потом у Макса спросить. Ты можешь сейчас у него спросить, Илья? Не хочу. Я как Полюченко, знаешь, они из Англии там говорят, пока он вернулся, типа, просит, ты не скажешь ему по-английски. Я такой, не. Ой, телепорт. Они сейчас, наверное, негодуют, что он к нам пришел, как что так там. Да. Как предатель курсом пошел. О. Не, ну у нас хотя бы плюс, знаешь, мне кажется, сейчас они могли бы тоже поднять там вот тему, когда ты говорил там Армении, якобы у них они легионеры все набирают. А-а-а. Только у нас он хотя бы вот играет, а у них, походу, там вообще приходит исключительно топ на люди. Бля, да что ж ты. Тормоз-то такой. У них 48% передел. Сука. Не научи мат. Это эффект в совершенстве владеет. О! No! Ой! Nice pass. Sorry. No problem. Выгоняй его, Денчик. Ага, что? Знаете, он идеальный. Весь русский не выучит в ближайшие 2 месяца. Ну да. Велик, он сколько там, да, вот в Роспродаке играет, вообще ни одного слона не имеет. Шульц, ты что стоишь? Бразильцам вообще, наверное. Не игра файс. Русский учить это, не знаю, каторга, наверное. Ух ты, Шульц выключил микрофон. Ничего себе. Ты Шульц заговорил. Ой, а ты, я, сука,
Да-да-да, кто об этом говорит? Ну, мне как-то не знаю. Че, не знаю. Почему, расскажи, почему ты не хотел микрофон включить? Он Канни снес. Да? Боялся Канни? Да не, мне просто, я считаю, что меня отвлекало это раньше. Сейчас как-то привык более. Сам рассказывал мне. Да я не как бы надобности не было, в принципе. Я играл, как играл, в принципе, нормально же играл. Без микрофона. Ну, с микрофоном ты не хуже играешь. Ну, когда я начал играть, я играл хуже, а сейчас я более-менее привык. Что он сказал? Кто? Скажите ему на вес, пусть вешает. На кого? Как на вес вам есть? I do in the back. Cross to the first post, please. Oh, no. Yeah. Вот, все, Шульц будет тебе разговаривать с ним. Да проще сказать, по-моему, чтобы просто передавал главу там другому. Ну, Шульц, ясно. Ой, зачем туда? Да не, я там Купер держали, по мне. Так мог пнуть бы. Лучше хрону дайте на вес. The first all strikers. Окей. Ой-ой-ой. Ого. Сейчас на... Ассайд, отлично. Ничего не делаю. Не нравится. Копились? Nice. Well played. Полз. Такой злой гол. Все силы, да, в угол. Получайте. Сильный защитник. Что? Умру там. Блин. Да все равно же один не затащит. Ну, понятное дело. Он выделяется там, среди всех остальных. Интересно, а кто в сборной Германии составил? То есть Макс играл в сборной Германии? Спросите. Играл ли он в сборной Германии? Спроси сам. Я не умею. Кто там по-английски я спросил? Я несовершенстве владею, как ты сейчас скажешь. Ну ты можешь это, Google переводчик себе. Спасибо, сейчас буду шарашить игру и писать этот текст на русском, потом читать его на английском. Давайте, развлекайте немцев, а то уйдет. Да, это мне скажется. Будет этот сов по-русски базарик, у меня сейчас они интересны. Ничего не понимаю. Как будто я тогда. Немецко. Тоже там дела нет от нас. Позовите Реза, пусть переводит. Не работает. Не работает. Что-то да, это да. Забросит. Там гражданская смазка. Ну, не так, то есть не дозвонили. Так мужику какому-то попадает. 1-1 получается, да? 1-1? 1-1. 2-1. Блин, все равно ты виноват. Я понимаю, да. Я думал, он заберет по телепортом, а он что-то куда-то вот. Надо брать повыше кипера. Возьми опять там 199 или 201, как ты раньше играл. Думаешь? Конечно. Потому что ты вот как раз вот тогда именно вот у тебя была бешеная форма, когда ты играл именно длинную. А что-то ты сейчас стал уменьшать, и ты вот прыг пропускаешь.
потому что ты захотел якобы вставать быстрее там при добиваниях, но все равно ты не успеешь в любом случае. Я, кстати, 200 я не беру. Нормально сам тащит. Ну ладно, поменяй потом. Я вообще думал, что на меня как бы пасает идет. А вот он не знал, куда бежит. Ого. Не-не-не. А ну так можешь делать, да? А, камон. У него, кстати, акцент такой похож, да, на чем-то на русский. Когда вот они говорят на английском языке. А по мне. Возможно. Я сейчас так сказал, кому он. Да ты жулик. Ломай его, Канин. Двери мне обводить уже. Смотри на него. Главное, что он еще один волны заберет. Это вообще будет печаль. Почти английский навес. Сам протащи пока. А, да-да, хорош. Кипер не повелся. Mm-hmm. Блин, ставьте хрона на голову, а то там защитником по 10 раз набили. Ой, сейчас опять бежать. Подожди, он бежит один. Эффект он навешен. У него уже стамина, наверное, нет. То есть это... Ну да, он... Эффект-то что такой толстый? Чтобы выигрывать, да, по голове. Чтобы всех расталкивать своим весом. О, fuck your FIFA. Слева смотри. Но... Куда вратарь подбежал? What a bad shot. Да не, что там Рупин вообще проваливается. И просто линия обороны что-то плохо очень держится. Вот Либеро был бы у них. Он там стрелял сам. Юг, мне нравится сравнение с реальным футболом вообще. Давай. Раз, два, три. Озе стоит на месте. Что-то у меня не подлетело вправо, походу. Восьмидесятые. Озе. Ой, Женя, не на тип.
Да. Что за подставные пасы? Ну, может быть, да. Да, я думал, мало там одна красава так кривит. Только бы не пропустил. Фух. Блин, я там в офсайде. Давай быстрее выходи. Хорош. Там он. Там он. Давайте по центру еще выйдем. Так, блин, притягивает и все. Отобрал первый раз. Мы хорошо играем. У барони особенно. Нервотрёпка какая-то. Наверное, отчасти из-за того, что атака мало помогает. Ну, ты говоришь, что обороне плохо играем. У них только два удара и ноль скор написано. Не, ну... От штанги, как он забил. Так, то есть вот. Там единственная моя ошибка была, и все. Прессинг как бы маловато, потому что... Когда вот они доходят, они у нас... Возможно, да. Чем меняем?